Greetings everyone and welcome to this program Rise of the Joshua Generation. Приветствуем всех. Добро пожаловать на программу «Подъем поколения Иисуса Навина». God has been doing wonderful work in these past days. За эти дни Бог сделал много чудесных дел. I know that he has been working in your life too. Я знаю, что Бог действует в вашей жизни также. Many times when we do not even see him doing anything. Очень часто он делает то, чего мы не видим. Yet he is working in the background. Но тем не менее он действует. If we read the Bible, there is a very interesting revelation that God gave me. Господь дал мне очень интересное откровение из Библии. In the Bible, the day begins in the evening. В Библии день начинается вечером. Because if we read the book of Genesis, потому что читая книгу Бытие, chapter 1, первую главу, it was evening and then morning, first day. И был вечер, и было утро, день первый. It was evening and morning, second day. И был вечер, и было утро, день второй. It's very interesting that God's day begins in the evening. Интересно, что Божий день начинается с вечера. And I can tell you, my dear brothers and sisters, that he made Adam rest at night. И я могу сказать вам, дорогие братья и сестры, что он дал Адаму отдохнуть ночью. Just like we all rest at night. Как все мы отдыхаем ночью. Except some night creatures who work at night. Ну, за исключением тех ночных созданий, которые ночью трудятся. And we have some human creatures too who work at night and who stay awake at night and sleep during the day. И также есть такие человеческие создания, которые работают ночью, не спят ночью и отдыхают днем. Which is not a normal thing. Что не является нормой. But usually God has created night for us to take rest. Но Бог сотворил ночь для того, чтобы мы отдыхали. And when night fell. И когда ночь наступала. When darkness fell. Когда приходила темнота. God was working. Бог трудился. Night came and day, and it was first day. Наступила ночь, потом был день, это был первый день. Wonderful, isn't it? Замечательно, не так ли? Many times in our lives. Часто в нашей жизни, during those dark times, в темные времена, when we don't see God working, когда мы не видим, как действует Бог, it worries us. Нас это беспокоит. We become anxious. Нас одолевает страх. We lose our sleep. Мы теряем свой сон. We toss and turn in our bed. Мы ворочаемся в кровати. And we think, oh, nothing is happening in my life. И думаю, о, ничего не происходит в моей жизни. Let me tell you, my dear brothers and sisters. Но позвольте сказать вам, мои дорогие братья и сестры. Go to bed and take rest. Ложитесь спать и отдыхайте. Because God is working on your behalf. Потому что Бог действует на вашей стороне. Evening comes and then morning. Наступает вечер, приходит утро. First day. День первый. God made Adam rest at night. Бог дал Адаму отдохнуть ночью. And the moment he woke up. И когда он проснулся. The Bible says he saw Eve coming towards him. Библия говорит, что он увидел, как к нему подходит Ева. He did not even know how she came. Он даже не знал, как она откуда взялась. How God did the surgery. Как Бог сделал эту хирургическую операцию. How long did he sleep? Сколько он проспал. How was the rib taken out? Каким образом ребро было вынуто из него? It was pitch dark. Было очень темно. And then when he opened his eyes. И когда он открыл свои глаза. There was his flesh of flesh and bone of bones. Перед ним стояла его плоть от плоти, кость от кости. My dear brothers and sisters. Дорогие братья и сестры. In the darkness of your life. В темный период вашей жизни. Let me tell you this wonderful thing. Позвольте сказать мне эту важную вещь. God is continuously working behind the scene. Бог продолжает работать за кулисами, за сценой. We can do nothing in a dark night. Мы ничего не видим в темной ночи. All we can do is go to sleep. Все, что мы можем сделать, это ложиться спать. The Bible says. Но Библия говорит. In your rest you will find salvation. В покое своем ты найдешь спасение. The Satan does not allow us to sleep. Сатана не хочет позволить нам уснуть. Satan doesn't allow us to rest. Не хочет дать нам отдохнуть. It's especially during night times. Особенно в ночное время. I see many people haunted. Я вижу, как многих людей одолевают страхи. You know, they cannot sleep at night. Они даже не могут спать ночью. They go to bed. Они ложатся спать. They start tossing and turning in their bed. Они начинают ворочаться в своей кровати. Even the small things become big images at night. И ночью все кажется в больших размерах. Have you experienced that? Вы такое переживали в своей жизни? Even trivial matters become big things at night. Самые обычные проблемы начинают казаться огромными ночью. Because during the night our imagination is magnified. Потому что ночью наше воображение может разыграться не на шутку. I've heard of many people just waking in the middle of the night. Я слышал о том, как многие люди просто просыпаются среди ночи. All sweaty and panicking. Все покрытые потом и в панике. And then they think, oh, I saw this terrible thing.
И они такие говорят, что видели очень ужасную вещь. But when the morning comes, а когда наступает утро, those things fade away. Все эти страшные вещи исчезают. My dear brothers and sisters, мои дорогие братья и сестры, if you are waking up in the middle of the night, если вы просыпаетесь среди ночи, and you find yourself stressed out, и вы чувствуете себя истощенным, you find yourself fighting with feelings, вы сражаетесь с этими чувствами, you are fighting with circumstances, вы ведете борьбу с обстоятельствами, let me give you this wonderful message. Позвольте сообщить вам благую весть. God has created night for you to rest. Бог сотворил ночь, чтобы вы отдыхали. There is nothing much you can do. Вы немногое можете сделать. That's why God said. Вот почему Бог сказал. In your rest you will find salvation. В своем покое ты обретешь спасение. Isn't it wonderful? Разве это не замечательно? The moment Adam opened his eyes. Тот момент, когда Адам открыл свои глаза. It was a holiday. Это был праздник. It was a Sabbath day. Это был такой шаббат. Nothing to do. Ничего не надо делать. God said. Rest. Бог сказал: отдыхай. Take rest. Отдохни. We are called to live this life from a place of rest. Мы призваны к тому, чтобы жить своей жизнью из места отдыха. We are called to live this life from a place that God wants us to be. Отправной точкой для нашей жизни должно быть место, где Бог предназначил нам быть. My dear brothers and sisters. Мои дорогие братья и сестры. Jesus heard that Lazarus was very ill. Иисус услышал, что Лазарь был очень болен. And Jesus loved Lazarus and his family very much. Иисус любил Лазаря и его семью очень сильно. And distance between Jerusalem and Bethany is just hardly 3 kilometers. Расстояние от Иерусалима до Вифании около 3 километров. Even on the day of Sabbath, you were allowed to walk that journey. Даже в шабатный день это расстояние позволено пройти пешком. So Jesus was in Jerusalem. Итак, Иисус был в Иерусалиме. And he hears that his beloved friend is very sick. И он услышал, что его возлюбленный друг болен. And what do we do when we hear that our near and dear one is sick? Что мы делаем, когда мы слышим, что кто-то из наших близких болен? We leave everything aside and go to be with them. Мы все бросаем и отправляемся, чтобы быть рядом. We take the first ride available and get near them. Мы садимся на первый попавшийся транспорт и стремимся быть рядом с нашим близким. And then we do everything to be on their side and comfort them. И мы стараемся сделать все, чтобы постоянно находиться рядом и утешать их. But Jesus did a very peculiar thing. Но Иисус совершил что-то очень интересное. The disciples came and told him that, oh, your friend is very sick. Ученики пришли и сказали: твой друг очень болен. You know what did Jesus do? Но что сделал Иисус? The Bible says that he rested for 2 more days in Jerusalem. Библия говорит, что он находился в покое в Иерусалиме еще 2 дня. He halted in Jerusalem. Он задержался там. He did not rush to Bethany. Он не поспешил в Вифанию. And during that time, и в течение этого времени, a very sad thing happened. Случилось что-то печальное. Lazarus died. Лазарь умер. Many times during our challenges in life. Очень часто, когда мы имеем дело с трудностями в нашей жизни. When we want God to be in the midst of that situation. Когда мы хотим, чтобы Бог был посреди этой ситуации. God doesn't seem to turn up. Бог не появляется. Our prayers don't get answered. Наши молитвы не получают ответа. Heaven becomes silent. Небеса замолкают. No more answers. Нет больше ответов. No more response from heaven. Нет ответа с небес. We are struggling alone. Мы, казалось бы, сражаемся в одиночку. We find ourselves facing the challenges alone. Мы оказываемся один на один со своими испытаниями. That's what happened in the family of Lazarus. Вот что произошло в семье Лазаря. The family thought that Jesus would turn up. Семья думала, что Иисус придет. But he did not. А он не пришел. So sad situation. Это печальная ситуация. So painful situation. Болезненная. Lazarus died. Лазарь умер. They put spices in his body. Они покрыли его тело благовониями. Then they wrapped him in linen clothes. Закутали его, обмотали его тканью. And then they took him to a tomb. И отнесли его в гробницу. Down the tomb they laid his body. И в эту гробницу это тело положили. Even I had the privilege of going to the tomb. Даже у меня была такая привилегия посмотреть на эту гробницу. When I was in Israel. Когда я был в Израиле. It's quite a distance from the mouth of the tomb to where Lazarus was laid. От входа в гробницу, в эту пещеру, до того места, куда был положен Лазарь, достаточно большое расстояние. It's about 50 to 60 feet. Примерно 18-20 метров. Down steps. Нужно спуститься по ступенькам. And then they closed the mouth of the tomb. И далее вход в эту пещеру был закрыт. Everything is over. Все закончилось.
Everything is finished. Все кончено. No hope. Нет надежды. No more prayers. Никаких молитв не надо. No more waiting. И ждать нечего больше. Everything has gone. Все закончилось. You know, Lazarus was the breadwinner of that family. Вы знаете, что Лазарь был кормильцем этой семьи. Because in those times the male member of the family used to earn bread for the family. Потому что на хлеб зарабатывали тогда в те времена только мужчины. And the family used to look up to Lazarus. И семья надеялась на Лазаря. He was the identity in the village. И он был известным человеком в деревне. Because if you read the Bible. Потому что читая Библию. Bible says that sisters of Lazarus. Библия говорит, сестры Лазаря. So people used to know this family as the family of Lazarus. Итак, люди знали эту семью как семья Лазаря. As soon as Lazarus died. Но когда Лазарь умер, they lost the identity. Семья его утратила признание. They lost the social standing. Они утратили социальную позицию. They lost the breadwinner in the family. Они утратили кормильца. Everything was gone. Все было потеряно. And Jesus did not turn up. А еще Иисус не пришел. Oh, during the good times. В хорошие времена. He used to come and stay in their family. Он приходил, приезжал к ним, останавливался у них в доме. But now when the bad times came. А сейчас, когда наступили времена трудные. When death came. И пришла смерть. Jesus was silent. Иисус молчал. But one day he came. Но однажды он все-таки пришел. And Martha went running to him. Марфа подбежала к нему. And she said, "Lord, had you been here?" И сказала: Господь, если бы ты пришел раньше. My brother would not have died. Не умер бы брат мой. Mary said the same thing. Мария сказала то же самое. Lord. Господь. If you had been here. Если бы ты был здесь. My brother would not have died. Мой брат не умер бы. Jesus said. И Иисус сказал. If you believe in me. Если ты будешь веровать в меня. You will see God's work in your family right now. То ты увидишь, как Бог действует в твоей семье прямо сейчас. And they said, и они сказали, I know our brother will live in the last day. Да, мы знаем, что наш брат оживет в последние дни. He will come back after resurrection. Он вернется после воскресения. But this is not the time. Но это не то время. He has been led to rest many days back. Он уже много дней как упокоился. And Bible says, и Библия говорит, Jesus wept. Иисус заплакал. Jesus wept. Иисус заплакал. My dear brothers and sisters, братья и сестры, when Jesus weeps over you, когда Иисус рыдает над вами, when Jesus intercedes with tears in his face before the Father, он ходатайствует со слезами перед своим Отцом. Rest assured that the heaven is going to move. Будьте уверены, небеса будут действовать. The tears of Jesus will shake heaven and hell. Но слезы Иисуса потрясут небеса и ад. Because the whole of heaven can never see the tears in the eyes of the King of Kings. Потому что все небеса не могут смотреть на слезы в глазах Царя Царей. And here is the King of Kings. И вот он, Царь Царей. The Lord of Lords. Господь Господ. The Master over Death. Владыка над смертью. The Giver of Life. Тот, кто дает жизнь. Crying. Плачет. Heaven had to do something. Небеса что-то должны были сделать. Heaven had to do something. Небеса должны были что-то сделать. There was no other option. Нет другого выбора. Because Jesus is weeping. Потому что Иисус плачет. The Bible says, my dear brothers and sisters. Библия говорит, мои братья и сестры. He is the high priest of your salvation. Он первосвященник вашего спасения. He is an intercessor for you before the throne of God. Он ходатай за вас перед престолом Божьим. He pleads your case before the Father. Он умоляет за вас у своего Отца. And the Bible says Jesus cries. И Библия говорит, что Иисус плачет. You know why did he stay in Jerusalem for two more days? Знаете, почему он остался в Иерусалиме на еще два дня? Jerusalem means house of peace. Иерусалим означает дом мира. God is never in a hurry. Бог никогда не торопится. When he starts to work in your life, my dear brothers and sisters. Когда он начинает действовать в вашей жизни, мои братья и сестры. He starts working from a place of peace. Он начинает действовать из места мира. Our God's heart is never in turmoil. Божье сердце никогда не находится в переживаниях. No circumstances on earth can hasten his heart. Ни одно обстоятельство на свете не может заставить его сердце осуетиться или поспешить. No circumstances in our life can confuse him. Ни одно обстоятельство в нашей жизни не может его смутить. He is always at rest. Он всегда находится в состоянии покоя. He is the King of Shalem. Он царь Салема. Do you know that Jesus represents Melchizedek, the high priest? Знаете ли вы, что Мелхиседек, первосвященник, символизирует Иисуса Христа? He is the Prince of Peace.
Он князь мира. No event in your life can dishearten him. Ни одно событие в вашей жизни не может заставить его разочароваться. We may panic. Мы можем паниковать. We may be confused. Мы можем быть смущенными. But let me tell you, my dear friends. Но позвольте сказать вам, мои дорогие друзья. My God is at rest. Мой Бог в покое. He knows what good things will come out of the situation. Он знает то доброе и благое, что выйдет из этой ситуации. The Bible says. Библия говорит. All things work together for the good of those who love him. Любящим его, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Let me tell you, my dear brothers and sisters. Позвольте сказать вам, мои братья и сестры. The Lazarus is about to come back to life. Лазарь скоро воскреснет. How many days, decade the body may be? Сколько дней этому разлагающемуся телу может быть? Jesus said. Иисус сказал. Remove the stones. Уберите камень. Remove the stones. Уберите камень. As I'm speaking over your life. Это я говорю вам для вашей жизни. I hear the stones of that tomb being rolled away. И я слышу, как откатывается камень от могилы. The stone is being rolled away, my dear brothers and sisters. Камень убран, мои дорогие братья и сестры. Your life may be like that tomb where we have kept the stone. Ваша жизнь может быть как та гробница, заваленная камнем. You might have said, "Oh, I've given up." И вы сказали, я сдался. I've lost everything. Я все потерял. I've lost hope. Я потерял надежду. But the God of hope is standing before you, my dear brothers and sisters. Но Бог надежды стоит перед вами, мои братья и сестры. All you need to do is remove that stone. Вам лишь нужно убрать этот камень. Let the voice of Jesus enter into the tomb. И пусть голос Иисуса пройдет в эту гробницу. Let his voice ring over that tomb. Пусть он зазвенит в этой гробнице. You don't have to find out, you don't have to work out how it's going to be. Вам не нужно понимать, как это произойдет. Just trust God. Просто доверяйте Богу. Rest in him. Найдите в нем покой. And he will do it. И он все сделает. Thank you. Спасибо. God bless you. Пусть Бог благословит вас. Till we meet again. Увидимся снова. Continue to rest in him. Продолжайте пребывать в покое в нем. And you will find salvation. И вы обретете спасение. Shalom and God bless you. Шалом, и пусть Бог благословит вас.